Ситуация с лесными пожарами на Гродзенщине застается напруженной. Вероятность возникновения возгорания уменьшилась только у 5 районах, там, где прошли опадки. Разом с тем, заборона на наведывание лесов снята только у 3 района в области. Во всех других зеленых зонах, где заховывается 4 класс пожарной небезопасности, находиться и отпочивать по-ранейшему не дозволяется. Часть наших лесхозов из 11, только 3, перешло в 3 класс пожарной опасности. На эту территорию попадают 5 районов. Островецкий, Ашмянский, Сморгонский, Ивьевский и Вороновский район. Будет снят запрет на посещение лесов в этих районах, но мы просто хотим попросить и предупредить граждан, что те дожди, которые прошли, они на самом деле не оказали того влияния, и пожароопасная обстановка сохраняется. До слова, заборона на наведывание лесов на Гродзенщине уведена с 26 красавіка. Литерально за день до этого был утаймованный пожар неподалеку агроградка Гожа, что ля Гродна. Тады огонь знищил 30 гектаров лесу. С того часу при нем не зарегистрованы еще 5 пожаров у Лицким, Вороновским, Островецким и 2 у Ильюским районе. У большинства выпадков их причиной был человеческий фактор. На выявление порушальников природоохранных законодавства зараз накированы рейдовые мероприемства. Таких на Гродзенщине проведено уже 24. По их выниках складены протоколы и оштрафованы 15 порушальников. По словам лесников, ближайшим часом рейды по зеленых зонах региона будут штодёнными.